Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 36-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Выпуск поддержали финансово Стефан, Илья, Савадж, Боник Форевер, Лабра Гибра, Макросер, Маркенштейн, Мэнклок и Химик. Большущее спасибо, добрый люд, за вашу щедрость и доброе слово. Будьте здоровы. Привет и шлем от Лабра Гибры в Туймазы, от Маркенштейна в Нижний Новгород и от Химика в Екатеринбург. Я стримить не умею в пати, но к Гобстеру обязательно загляну в качестве гостя на трансляцию. Мы с ним на связи. Всем приятного просмотра. Ну что, господа и дамы, пришла мне страховка 6B43, забрал ему, вернулся, и очков прочности 35 всего из 120, так что наш план сработал на 5 с плюсом, с выбиванием об снайперов в лесу. А значит, мы можем закрыть квест Шитни, ту же часть 3, передаем бронежилет выбитый, и все, награда наша. Выдает теперь квест Шитни, ту же часть 4, вот здесь мне нужно Black Rock 2 разгрузки передать и 2 ТВ-109-106 передать разгрузки. Все, тряпки освободил, 2 ТВшки передаем и 2 Блэк-Рока тоже передаем. Эти Блэк-Роки я сварил в убежище 2 штуки. Шитнет уже часть 4, квест пройден. Дальше выдает харизма города, берет квест, это висяк, потому что здесь нужно до 10 уровня прокачать харизму. У меня пока только 6. И выдает квест «Красиво жить не запретишь», часть 1. Здесь необходимо кучу предметов передать, и похоже, что они у меня есть. Так, 2 льва с галочками есть. 2 коня есть, статуэтка кота есть. Часы есть. И золотое яйцо тоже есть. Зашибись. «Красиво жить не запретишь», часть 1 мы закрываем. Тут же выдает следующий квест «Красиво жить не запретишь», часть 2. Однако здесь у меня нет предметов. Нет антикварной вазы, получается. Да? 3 чайника имеем. Одну антикварную вазу имеем. Одного попугая имеем. И 2 статуэтки ворона тоже имеем. Значит, остается только вазу мне найти, и мы сможем закрыть вторую часть «Красиво жить не запретишь» барахольщику. Прапору до короны совсем немного лояльности не хватает, буквально один квест, поэтому я планирую сегодня бункер часть 1 закрыть квест. Мне нужно найти сам бункер и выйти с локации. У терапевта также на резерве есть квест «Медицинские журналы» найти 1 и 2. 2 ключа есть, РБ-КСМ и РБ-СМП, их я купил. Один 300 тысяч, другой 200 тысяч примерно стоил, 500 000 ушло на ключи. Если будет возможность, то попробуем через подземку пройти, там мне нужно еще диких настреливать. Блин, у меня оказывается ревизия еще есть на резерве для миротворца, там нужно 4 БМП обнаружить, пометить, лавки обнаружить, одну пометить, и Т-90 танк обнаружить. Для механика на резерве нужно найти черный выход, выйти через Д2, ну не то чтобы выйти, а просто обнаружить скорее всего его, но там же и выйти можно. Для барахольщика на резерве топливный вопрос нужно решить, пометить группы цистерн 2 штуки. Мать моя, тут квестов, оказывается, на резерве. Убить диких в районе казарм 10 штук. Это для егеря. Значит, на все про все мне понадобится 7 маячков. Ключи я с собой взял. РБСТ понадобится ключ. РБКСМ, РБСМП. Сначала, наверное, я все-таки наверху, которые квесты сделаю. Давай, наверное, за дикого сегодня не будем стартовать. Сразу за ЧВК, сразу на резерв. В ночное время отправляемся. И страхуем СВДху, так как у меня каратель еще, да, квест висит. Мне нужно будет забрать меддокументы на поверхность. Мне нужно будет обнаружить и пометить топливо, и пометить кучу техники обнаружить. Если время еще останется, то попробуем спуститься через Д2. Опачки. Это мы где, получается? Где-то на Ешке, короче, на шишках, да? Точно. Ну что, начинаем свой тернистый путь. Пойдем, наверное, сначала топливо, я раз уж тут недалеко. Сначала топливо помечу. Попробую. Хотя, на самом деле, разницы нет. Мне и там топливо надо будет метить. Ну ладно, раз уж я здесь. Так, где тут проникнуть можно? Ладно, тогда мы пойдем по другому пути. Я думал сначала через правую сторону пойти. Теперь я думаю, что лучше через эту сторону пойду. Как раз и в подземку сейчас заглянем. Так, первая цистерна. Отлично. Подожжем чуть-чуть, пока приживется. Есть. Пошли в подземку. Вот здесь через свечку можно будет спуститься. Так.
Как раз мы тут сейчас поглядим, если дикие наспавнились. То мы тут диких подчекрыжим. Зашибись. Один есть. Ну, вот так вот попутно можно. Будет заглядывать сюда. Время от времени, да? В общем, таким образом получается, что я сейчас выйду как раз на первой технике, которая мне нужна будет. Блин, мне бы какой-нибудь реально спокойный рейд. Тихий, мирный. Квестов куча целая накопилась. Так, дикий балабонит. В общем, вот тут на сопке первая техника у нас. Вот она. Так. Что-то кто-то воюет там. Красносвечки, да? Есть контакт? Так, первое. Дальше мне что необходимо? Дальше мне необходимо перемещаться вон туда за КПП. За общий выход. Там у нас три техники будет. Примерно в одном месте. Под покровом ночи, короче, будем сейчас пытаться все это дело сделать. Опа. Там кто-то побежал. Блин, или не трогать его? Пошел что-то, пошел шуршать. Ладно, пусть он тут шуршит. Мне тут особо делать-то нечего. Так, вот эту БМП надо пометить. Есть. И вторая техника. Зашибись. Тогда мы сейчас через медблок еще проскользнуть попробуем. Так. Вон она, еще одна техника нужная нам. Но ее вроде как медить не надо. Так точно. Четыре маяка осталось. Идем дальше. Вот этот танк нужен. Все. Его метить тоже не надо. Зашибись. Теперь остались три БМПхи. Одна в черном коне, вторая в депо. И третья на выходе там под чупиком. Так, нам в медблок. Опачки. Тоже возьмем. Сунды. Есть кто-то.
По-моему, это чевыки. Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. А, нет. А, да. А, это чевык сидит тут, оказывается. Стоп, мы подошли из-за угла. Мали кепку! Нифига. Сзади пришел. С подвала. Жестко. Фига себе. Не ожидал. Пойдет. Пока все идет нормально. Тут, правда, где-то еще дикий. Ого. Да я хотя бы жетончик хотел бы забрать. Агрессивный. Вон он! Вон он, блядь, ебашь его! Ну чё ты пристал? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! Решил ко мне лезть. Да нужен ты мне сильно. 43-й левел. Вот я кого видел, кто сюда перебегал. Инфа-сотка. Так, ладно, мне этот дикий уже не нужен. Ну, не то, что уже, а вообще он мне не нужен. Мне вот эти вот помещения нужны. Вот оно первое. Кабинет врача. Так, тут у нас... Доки лежат. Вот они. Чик. Первые доки. Слушай, если... Ладно. Не буду спешить. Вот вторая комната. И вот тут вторые доки. Чик. Давай, что ты дергаешься? Намана, намана, нифига тут медицины. Лидыкс бы мне, лидыкс. Интересно, его можно тут вообще найти? Офигеть, я набрал. Это сразу сюда. Такое ощущение, как будто они хотят подняться ко мне. Че, пацаны, девчонки, находил кто-нибудь здесь Лидыкс? Есть ли смысл вообще тут шариться? Тут же еще на первом этаже есть лут. Понятно. Или этот Гукс все вылутал? Чистоган. Так, у меня же там дикий. Куда пошел? Может, тогда через подземку? Блин, нет, у меня 3 БМП еще не меченые.
и топливо, как бы. Не захотел потом дикому стрелять. Ну, в принципе, он мне этого ЧВК выдал, да? Тут подкоцыш мой сидит, да? По которому я стрелял. Вон он, сука! Да бля буду, я коснул его, пацаны! Базару нет, ты мутишь. Попал, прикинь. Тогда потом руку вылечишь. Тут кто-то еще трется. Капец, они опасные. Короче, шуму я поднял, пипец. Как слон в посудной лавке. Шлем вытащил. Шлем танканул. Где-то там не жив, не мертв ходит. Ну чё, попадос вам тут всем? Залю... Давай уже и ты. Да подождите вы чё, пацаны? Мне же не надо просто так вас настреливать. Блин, вот резерв. Если не ЧВК замучают, так... Дикие задавят. Тут, блин, ну на такую маленькую карту слишком много здесь живности. Ей-богу. И боты, и боссы. Причем у босса свиты гора целая, толпа миньонов. Еще и всякие эти самые... Как их фамилия? Не отступники, рейдеры. О, еще лучше. Топор нашел. Броньку выбили, зараза, 29 всего осталось. Пацан готов. По
Лутает, что ли? Сидит, лутает смело. О, патроны на СВД. Пофиг, хоть ЛПС-ки. Лучше ничего купить пока не могу. ЛПС-ки я, в принципе, купил. Они четвертый класс шьют и чуть-чуть пятый. И все на этом. Ты, ладно, бог с этим лутом. Давай дальше делом заниматься. Вот, вот эта БМПшка мне нужна. Метим. Вот так вот. Зашибись. Так, дальше у меня, короче, РБ-СТ, который я ключ взял. Вот он как раз от этого помещения. Точнее, от двери решетчатой. Вот от вот этой решетки. Чик. Вот, и в этом помещении мне нужна вот эта БМП. Есть, метим. Сейчас позырим, что тут есть по луту. Это продать хорошо можно будет, да? Дайте мне СНБ патронов. Вон, 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 вон он, сука! Пощупал, помансил такой. Блин, дай полутаться, а. Спокойно. Эй, ты куда пошел? Нифига ты. А, я его не увидел, прикинь, сразу. Вон он, блядь! Ебашь его! Иди ты в баню, блин, персонаж уже тяжелый. Так, тут мы что, ничего не надо нам? Кто мы, чё мы? Тут же ОФЗшки бывают спавниться, если кто не хочет творить, сам хочет найти. Тут ОФЗ можно найти. А, вот она и лежит, кстати, ОФЗ-ха. На столе прям. Ну, в разных местах, может быть. Что-то тут любопытный пришел. Так, ладно, мне еще... Сколько? Два маяка надо скинуть. Я не совсем близко тут рядышком. Точки, где их скидывать надо. Хороший рейд попался. Спокойный, тихий. Прям как просил. Вообще, ночные рейды, блин, по кайфу стали. Выручают, когда нужно кучу квестов переделать или по всей локации побегать. Так, мне нужно, в общем, давай сначала БМП тогда помечу. Вот она, БМПха.
Так. Есть. Все, луну выключили. Давай слева обойдем. Все, зашибись, ревизию мы сделали. Даже выживание, выход с локации не понадобились, слушай. Так, и вот эта группа цистерн мне нужна. Вот это. Ну, медь что-то. Есть. Так, 45. Что, нормально, нормально. Подзадача выполнилась, да? Значит, мне надо будет выживать, выходить с... Ой, у меня еще и журналы же. Так, ладно, тогда я, знаешь, что предлагаю? Я предлагаю просто выйти тогда с локации. Самое ценное заберем. Все, это мне вернется по страховке мешок, если никто не стараканит. Раз-два квеста на кону. Не хочу рисковать спускаться туда вниз. Здесь на люке просто и выйду. Вот здесь у меня выход под КамАЗом, вот на этом люке. Чик. Все, зашибись, вышел. Нормально, нормально. Повезло, что тихий рейд попался. 23 с небольшим минут, 4800 опыта, 1 юсек в ССВД, кстати, пойдет мне в карателя. Ну, куча диких, они мне в принципе не нужны были. Терапевту передаем 2 журнала и квест медицинский журнал можем закрывать. Ревизия резерв для миротворца тоже можем закрывать, потому что мы всю технику обнаружили, какую нужно было, пометили маяками. Кстати, теперь он мне дает квест секретные разработки, мне нужно коробку Спук Т-90М на резерве забрать. Эта коробка находится, если не ошибаюсь, на Д2 выходе. Как раз таки. И с барахольщиком решен топливный вопрос. Могу закрывать этот квест. Пометил 2 группы цистерн с топливом. И забираем награду. Знаток резерва теперь барахольщик выдает мне квест. Здесь нужно найти 4 арсенала и дежурку. 5 помещений. И от этих 4 помещений нужно мне ключи. Айда еще раз за ЧВК. На резерв туда же пойдем. Мне теперь нужно будет спуститься в бункер. Посмотреть непосредственно бункер. Подать питание на выход Д2. Выйти через этот Д2 и там на выходе Д2 у меня будет коробка по еще одному квесту. Короче, еще 3 квеста можно будет за рейд сейчас закрыть, если все хорошо будет. Так. Ё-моё, как сюда выйти? Здрасте. 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 У меня, кстати говоря, есть ключ. РБАО, который, он же от оружейки какой-то. Нет, не в этом помещении. Значит, в этой казарме, да? Так, чисто ради интереса глянем, что там может быть. Брод у тебя. Вот от вот этого помещения у меня ключ. Так, а тут у нас автомат, говорит. Ну и, в общем-то, модули всякие разные. Вот Ксюху бы я с собой не стал таскать на самом деле. Вот, и вот этот магазин тоже. Да, там еще и патроны убитые. Блин, уже перегруз по-любому. Лады. О, питонство. Шпроты нашел. Че, тогда я предлагаю снова вниз спуститься в бункер. Может, там снова эти самые дикие будут. Все равно попутно там. Глядишь, один, другой попадется. Так и настреляются потихоньку десяток, да? Уже двое есть из 10.
Чего бы нет? Ну, все, все, паровозишь. Рот у тебя. Нет никого, да? И тишина. Ну и ладно. О! Как раз сюда, по-моему, идет. Точно. Эзим! Капец делов, блин, дикого застрелить. В общем-то, да. Ладно. Я даже не знаю, он у меня засчитался, нет? Нет, он даже не засчитался. Ёлки-палки, надо будет, значит, дожидаться. Ну, чем тебе не подземный бункер-то? Надо будет ждать, пока они прям вот сюда не выйдут, да, на территорию, походу. Ай. Ну, зато будем знать. Как ни крути, опыт. Так, мы сейчас к коням выйдем, получается. Примерно. Что тогда прямиком? В медблок, с медблока вжух вниз туда. Или в медблоке эти комнаты полутать, которые КСМ, СМП. Не знаю, там можно ли найти что-нибудь ценное. А конкретно Лидыкс. Вроде тишина. Да, посмотрим. Кто знает, когда он моргает. Уж в один прекрасный момент. Как зайду, зайду. Как Лидыкс найду, найду. Всем буду рассказывать потом. Как вы в комментариях пишете. Да я в сумке нашел. Блин, 30 килограмм всякой фигни набрал. Короче, вот это вот все ничего не стоит, я так считаю. Поэтому можно, наверное, и не собирать это барахло, да? Нет, все-таки оставлю. Пусть будет. Надо будет, скинем. Так, тут у нас что? Но в этой комнатке побогаче, да? На стеллажах. Медицина. Имеется хотя бы. Еще. Пойдет, пойдет. Спускаться буду, в общем, тут. Вроде тихо, и внизу я ничего не слышал. И вверху ничего не слышал.
Надо, в общем-то, посмотреть, сколько эти ключ... А, нет, тут есть внизу. Надо посмотреть, сколько эти ключи стоят. От казарм этих всех. Может, попробовать сделать этот квест. Пока тихие рейды на резерве. Записываю я... Прямо вверх! В обед. Час пик, вечером будет. Ну, радует, что здесь дикари лазают. Так-то. Нифига. Так близко, оказывается, был. Справа кто-то бормочет. Вот, поесть, попить имеем. Уже неплохо, да? О, где лута. Все, бункер я обнаружил. А, мне же надо его этого активировать. Подаем питание на D2. Дикие еще эти. Их только не хватало. Ну и все, в принципе, можно уходить отсюда. Блин, можно, конечно, тут и полутать, что добра всякого. Хотя деньги есть, что? Кого лутать здесь? Пошли домой. Лучше 3 квеста закроем. А лут это... По-любому мы найдем еще. Так, нам сюда, в убежище. Нам в сторону убежища в аккурат. Чик. Питонство необходимо. Да, давай подкрепимся, чё. Метаболизм 18, говорит. Ваше здоровье. Тут может быть топливо всякое. Фильтры. Ну, это рейд силиконовых трубок. Чик. Я все-таки схожу. Посмотрю, тут сейф есть. Может быть, я там вазу найду. Тут фар решетка может появиться. Не то, чтобы там лут какой-то мне нужен был. Но с пустым мешком-то что выходить, правильно? Так, а вот он. Вот он, родимый, красивый, счастливый петух.
Это шара, мне ваза нужна была. Ладно, фиг с ним, не буду задерживаться. Че голову морочить, да? Три квеста на кону. А я буду сидеть в картотеке, что ли, лутать? Не буду. О, электродрыгатель. Силиконовые трубки. Вот он, Д2, спуск. Вот она, пук, коробка. Квестовая. Чик, зашибись. И вот тут еще сумочка есть. Вот она. Короче, надо лечь, тогда можно утонуть ее. Пойдет. Давай, активирую, пока будет открываться, я приду куртки лутану, чтобы время не тратить, да? Чик. Все, пошел процесс. Пойдет. Ну что, хороший рейд получился, я считаю. Еще три квеста закрыли. 14 небольших минут. Довольно быстрый рейд. И это еще можно сказать, что я не торопился, в принципе. То туда загляну, то сюда загляну. Медицину подлутал. Так-то еще быстрее можно было бы сделать. Классно делать квесты, когда спокойные рейды. Прям кайф. Бункер, часть первая, закрываем. Нашли подземный бункер, выжили, вышли с локации. Сразу выдает бункер, часть вторая мне квест. Мне нужно зайти, выходы теперь все из бункера, все гермозатворы получается, и выжить, выйти с локации. Миротворцу нашли коробку с пук Т-90М на резерве, передаем ему этот груз и закрываем секретные разработки квест. А для барахольщика мы закрываем квест «Черный выход», нашли обесточенный секретный выход на резерве и выжили, вышли с локации через него. Вот такое условие, кажется, было. Выдает квест «Военный хабар». Теперь мне нужно найти ГАЛС Д3 на резерве. Для этого мне нужен будет ключ, который у меня есть. Это РБСТ за решетчатой дверью, где я ОФЗ нашел. Там в ящике лежит, в общем, этот предмет. Его нужно вынести с локации механику. Давай за этим предметом и сходим. Еще раз за ЧВК на резерв. Пойду налегке, пойду в вечернее время. Так, что у нас там нормально все по страховке? Нормально. Мешок не беру, заберу этот предмет, который нужен, и просто выйду с локации там же на люке. Опачки. Думаю, а что мне светит? Это, оказывается, у меня фонарик включен. Бугага. Я прям вообще классно так заспавнился на самом деле. Иди, бери предмет, выходи с локации, не хочу. Я, в принципе, на бункере тоже хорошо заспаунился. Ладно, раз уж я намылился сделать этот квест, тогда давай его сделаем. Далеко тут я прямо от гаражей. Босики. Так, чисто для опыта, короче, собираю. Чтобы пробежки не было, что ли. Хотя мы там сейчас что-нибудь да найдем, да? Если все ок будет. Вроде все ок.
Так, Эндер. Это что такое? Что такое? Поросята, говорит. Вот она, эта штука. Чик. Ну и так. Подлутаемся. Разгрузка позволяет. Чтоб не забрать добро. Ящичек вкусный еще. Попялимся. Ох, ничего себе тут. Лопаточка, ё-моё. Дикого завалили. Калашисты, неглушенные. Слушай, это не свита случайно? О-оу. Что это такое прибежало сюда, дикий? Мне тут кипиш не нужен. Пацаны, щеми! Ой-ой-ой. Слушай, это не свита случайно, а? Что-то у него штаны какие-то, как у заводских были. Или мне показалось? Пойду-ка я в освояси. Пока предмет не профукал. Квестовый, да? Обнаружен выход. Ну отлично, около 5 минут туда-сюда и все. Да, это был свитовец, витек какой-то в голову, я ему попал. Хорошо, что я ускакал оттуда. Там, оказывается, глухарь с толпой своих миньонов двигался. Нашли Галс D3 на резерве, передаем его механику и закрываем квест «Военный хабар». Доступен к выполнению оружейник, часть 20. Здесь нужно модифицировать М1А, и за это мы кучу опыта получим. Все, получается, не проблема. Собрали, в копеечку, конечно, встало, но ничего, зато квест закроем. Все, передаем волыну собранную и закрываем целый квест оружия. Часть 20 мы закрываем. Ну, кучу квестов сегодня ЧВК переделал. Дикий заслужил прогулочку в лес. Пойдем посмотрим, вазу надо поискать. Мне надо барахольщику одну вазу сдать. И этим у меня займется дикарь. Нет, Тарков не считает, что у меня дикий пойдет сегодня в лес. Ожидание начала сессии и завис процесс загрузки. То есть просто крутится и ничего не происходит. Класс. Что-то Таркову все плохеет и плохеет и плохеет. Тарков... Не болей. На красный таймер загрузит какой-нибудь. А почему? Мадафака. Давай, Тарков. Не стесняйся. Тарков, попробуй в жизни хоть раз. Кислороды не хватает. Кислороды, уроды. Не-не-не-не-не. Походу я... Все, наигрался, да? Да ё-моё, серьезно что ли? Починят Тарков. Интересная игра получается. Пойду-ка я лучше, наверное, сталкер постримлю. Приходите на стрим сталкер вчера, в воскресенье.
Не получается у меня, короче, загрузиться, что-то плохо стало игре. Дожидаться, пока это все починится, не буду. В принципе, за сегодня я и так кучу квестов переделал. Но в любом случае, благодарю за просмотр, спасибо вам за поддержку, за пальцы вверх, за добрые отзывы. Надеюсь, выпуск вам понравился. Всем приятной игры, если получится зайти. До следующего выпуска. До свидания.